благодарен Богу. Знаете, они один совсем нежданно появился в 8 часов утра. Это удивительно. Без звонка, без всего. Он потерял все мои телефоны. Но уже 8 часов. Думаю, кто это такой? 8 часов. Смотрю, брат наш Сергей Журавлев. Вы знаете, удивительную историю я вспомнил. Он, оказывается, когда был еще пастором, служителем там в Белой Церкви, помнишь? Да. Когда я приехал за ним забирать его на микроавтобусе в моем Volkswagen, еще этот синий был. И вот смотри, вот церковь Сион, и этот дом, миссионерский центр, да. Это твое первое место, да. Куда ты, где ты здесь апостовался. Да. Недолго, правда, там всего недельку или сколько. Но я думаю, что это место ты не должен забыть до скончания своей жизни. Аминь. Потому что здесь мы тебя прилетели, мы полюбили тебя, и мы молились вместе, слава Богу нашему. И я благодарен Богу, что ты проповедуешь Евангелие среди православного люда. И этот люд, это наш люд, это наш народ. И я, знаете, о чем я думаю? И многие братья мои, и богословы, знаете, с чем согласны, пасторы, служители, что а если Бог даст нам Бог пробуждение, если Бог даст пробуждение в православной церкви, то это будет величайшее пробуждение во всей нашей стране. Хвала Богу нашему. И давайте сегодняшнего дня больше усиления молиться и поститься за пробуждение в православном люде, чтобы люди, церковь обратилась, священники прежде всего родились свыше, как ты родился свыше. Да. Из Евангелия мы вышли на площади, на перекрестке. Аминь. Аллилуйя. И провозгласили воскресшего Иисуса. Аминь. Аминь. И мы бы переживали толпы, тысячи людей, кающихся там, прямо на улице. Смотрите, и не надо им было, как было бы, как мусульманам, никаких ковриков. Они бы там склонялись свои колени. Слава Богу! И в луже, и в болото, что бы ни было, они бы там преклонились пред воскресшим Спасителем. Слава Богу нашему. Сейчас я приглашаю брата Сережа дать свидетельство и служение. Благослови тебя, Господь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущий во гробах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Христос воскрес! Братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Дорогие друзья, поздравляю всех вас с праздником Светлого Христового Воскресения. Слава Богу! И для меня честь сегодня быть с вами. Это на самом деле нечаянные радости для меня самого, честно говоря. Я должен был быть сегодня, ну я буду, даст Бог, сегодня в Сокольниках, туда еду, в общем-то, на служение. Но когда проезжал 31 километр, я не мог, просто я попросил водителя, ехал в Баблакар, с Тулы. Пожалуйста, остановитесь, я хочу быть здесь. Это было очень рано, это было еще 6:30 утра, я пришел пораньше. Молился, исходил здесь, молился. И знаете ли, и тоже вспоминал то, о чем мы говорили, когда приехал сюда, в этом домике, те молитвы вспомнил тоже, думаю, это неспроста, не случайно. И хочу сегодня подарить вот вам, поделиться с вами, молился, вот, и ночью сегодня на служении, после служения сразу сюда поехал, получается, вот в 4 утра уже выехал уже на Москву. И знаете, друзья, и вот о чем молился сегодня, и еще со вчерашнего вечера, по тексту одному из Писания, из послания, вообще послание Ефесянам перечитывал я вот в эти дни. Послание Ефесянам и кульминационный стих, с которым я в Москву еду и приехал в Москву сегодня, это из 5 главы, 14 стих. Ефесянам, 5 глава, в 14 стихе Павел вспоминает одно величайшее изречение, где говорится: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Вот и читая, прочитывая в эти дни, уже несколько раз перечитывая предпасхальные, пасхальные дни, послание к Ефесянам, вот именно вот этот стих, вот в этот раз видится мне именно кульминационным. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И о чем сейчас прозвучало, я очень рад, друзья, молитесь о духовном пробуждении. Я думаю, что все верующие об этом молятся, конечно. И для евангельских церквей действительно актуальнейшей молитвой является сегодня именно молитва о духовном пробуждении. Я вспоминал сегодня также вот тех дев, которые ждали жениха. И знаете, там не написано было, что Иисус не сказал, что вот мудрые они не спали, вот, носили, а вот а глупые они задремали. Там говорится, что все уснули. Вот знаете ли, вот какая-то такая повальная спячка перед пришествием жениха. И это сегодня, ну, планетарно очевидно, знаете ли, по всей земле так. Но Бог действительно перед его пришествием хочет разбудить спящих. Спящие души, спящие христиан, спящие церкви, по конфессии, деноминации спящие пробудить. Но мертвых воскресить он хочет. Если говорить, и я призываю вас также к молитве о православном люди, как было сказано здесь уже, но, дамы и господа, братья и сестры, молиться о пробуждении духовном православии бесполезно. Надо молиться о воскресении. Вот именно вот в этом я и молюсь. Потому что, если для евангельских церквей личность Иисуса как Спасителя, Господа Единственного, это не terra incognita, это общепопулярный, общеизвестный факт, то для подавляющего большинства православного люда это темный лес, и это действительно земля неизвестна еще. Предстоит ее открыть. Большей частью наш люд, он номинально лишь православный, культурно православный, религиозно, в лучшем случае религиозно православный. Но важно, чтобы было православное христианство именно. Не просто культурно православное или религиозно-православно, а христианин, чтобы был православный. И об этом я молюсь, дамы и господа, братья и сестры, об этом молюсь и призываю вас даже к этой молитве. И я знаю, что мертвые души Бог воскресит. Как и мертвые церкви, как и мертвые конфессии, деноминации, спящих он пробудит, спящего можно разбудить, знаете ли, но если он уже смердит, его бесполезно будет уже. Толкай, не толкай, кричи ему, будильник заводи ему, бесполезно все. Здесь необходима сила воскресения. Сила воскресения. Вот почему я солидарен с теми словами, что прозвучали, что это будет действительно величайшим пробуждением, потому что это будет воскресение из мертвых. Поэтому действительно это тот же самый Дух Святой, это то же самое действие, но немного иного рода. Помните, как Лазаря, друга своего Иисуса, шел разбудить? И ученики подумали, что он говорит о обычном сне, естественном сне. Нет, он умер. Его сон был смертный сон уже. И когда пришел Иисус, уже все было, уже поздно было. Уже даже самые верующие из верующих уже опустили руки. Почему? Потому что он пришел уже в начале четвертого дня. Когда теологически ни один еврей вам ни тогда, ни сейчас не скажет о возможности вообще воскресения как такового. Если бы он пришел пораньше чуть, хотя бы чуточку пораньше, в первых три дня в это верили, возможность воскресения, по крайней мере, фарисейская фракция, иессеи, да многие в это верили, действительно тогда, да и сейчас в иудаизме верят, что в первых три дня возможно воскрешение, возвращение души в тело, сверхъестественно, как чудо, это возможно. Но после третьего дня ни один богослов вам не сказал бы, что возможно. Нет, все, поезд ушел. Все, невозможно. Да, в последний день, возможно, да, в последний день воскрешение праведников будет, да. И Марфа, и Мария, они в это верили также. Они были религиозными женщинами еврейскими, они в это верили, они это говорили. Но Иисус сказал им, и еще вот место Писания хочу, из Иоанна 11:25. Иисус сказал им, вот это любимое мое место Писания, 15 лет уже живу эти место Писания, 11:25. Иоанна 11:25. Он сказал о себе следующее: «Я есмь воскресение и жизнь».
верующий в меня, если умрет, оживет. Вот в этом стихе, знаете ли, это прогремело, как гром среди ясного неба. Я подозреваю, что до конца даже ум человеческий не способен был воспринять эту информацию. Ни Марфа, ни Мария, ни все сбежавшиеся там сотрудники, люди, они, конечно же, своими мозгами, они не могли до конца уразуметь этой тайны. Но сердцем, я думаю, многие из них прочувствовали эту тайну, а потом и увидели воочию, что действительно Иисус есть тот, о ком он, кем себя называл, воскресение и жизнь. Можно перефразировать советскую лениниану. Мы говорим воскресение, подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус, подразумеваем воскресение. Мы говорим жизнь, подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус, подразумеваем жизнь. Это его два имени. Эти два имени, они стали для меня моей ремой, которой я живу последние 15 лет особенно. Как раз перед тем, как вот вернулись в Россию, в 2004 году это было как раз, да, вот мы из Белой Церкви выехали как раз в Киев, из Белой Церкви выехали в Россию, вернулись. И, знаете ли, да, и вот здесь в этом домике ночевали первые дни эти, и я помню эти молитвы, помню молитву за столицу, помню молитву за Россию, помню эти молитвы, эти дни, они памятны на самом деле для меня стали очень сильно. Но, дамы и господа, вот накануне вот этого уезда, в 2003 году, произошло событие, которое меня потрясло очень сильно, и которым хочу поделиться. И вот это место Писания, 11:25 Иоанна, оно стало моей ремой. Это было перед Пасхой еще. Уже больше 15 лет прошло, получается. Перед Пасхой, перед верным, перед Лазаревым воскресеньем. Это было как раз в пятницу, накануне Лазаревой субботы. То есть того самого дня, когда, значит, по всей Руси матушки вспоминаются вот эти тексты из Писания. Это чудо воскрешения Лазаря. По всем храмам читается этот текст из Писания, из 11 главы Иоанна. И я попал тогда в ДТП и молился в первый раз в жизни, молился за воскрешение умершего. Я за умерших много молился когда-то, за упокой душ умерших. До 96-го года это было моей обычной молитвой. Как и тысячи моих коллег, я молился, конечно же, за упокой умерших, добросовестно считаю, молился, даже более чем, был с молодым таким священником, приверженцем строгих правил и уставов. Значит, и на приходах меня бабушки любили, потому что часто записки перечитывал и как бы не халтурил, одним словом. Но знаете ли, в 96-м меня осенило следующее, что действительно Писание Священное, раскрывая тему молитвы, говорит о молитве за живых людей. Полностью все обращено к этому. И за умерших лишь в Библии одна лишь молитва есть. Один тип молитвы – это за возвращение, за воскрешение недавно умершего человека. И самый, конечно, удивительный случай – это вот в 11 главе Иоанна, когда уже тело смердело уже, признаки разложения были налицо, четвертый день, когда Иисус продемонстрировал свою божественную сущность, когда уже, знаете ли, нельзя уже было сказать всем религиозным людям, там собравшимся уже и в Иерусалиме, он на слуху уже было все это чудо. Шутка ли, знаете ли. Но уже нельзя было сказать, что это как вот, помните, в 3 главе Иоанна, там, когда Никодим беседовал с Иисусом, и он сказал, что мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Все это уже ерунда. Эти слова уже не могли не говорить, потому что они должны были сказать то, что пророчествовал задолго еще пророк, до Рождества, Эммануил, с нами Бог, или же буквально в переводе «внутри нас сущий Бог». Эману, в отличие от Этану еврейского, я специально по номерам Стронга проверил, даже мне интересно стало, они очень даже пишутся одинаково, эти слова еврейские, и произносятся почти одинаково, но принцип между ними очень серьезный. Этануэль – это Бог с нами, близко с нами, возле нас, близко, возле нас. Этануэль. Выражение это популярное. Этануэль. И в молитвах оно есть еврейских. Но в оригинале написано не Этану, дамы и господа, написано Эмману. Эмману. А Эману это внутри нас, скушанное, съеденное нами. Но это непонятно. Как можно Бога скушать? Вообще непонятно. Вот я художник сам по профессии своей, доцерковный. И мне больше зрительный образ важен. И вот я не знаток сильно иврита, но переводчики, знатоки иврита, старого библейского,
иллюстрацию с водой приводят. Мне это очень запоминаемо стало. Вода в стакане, вода моим на иврите, моим. Шем моим, небеса, моим. Но вода в стакане это этану моим. Вода, которая рядом со мной, близко. Я могу возле колодца быть и засохнуть, умереть. Но это будет этану моим. Вода, которая рядом со мной. Но когда, которую я пью, ваше здоровье. Вот эта вода уже, она по мне растекается, она частью меня становится, а я частью ее становлюсь. Это уже эману мои. Эману. Иисус говорил, кто не будет пить его и есть его, тот, ну, по сути, не его. Если честно говоря, он даже не его. Но эта проповедь, она оскорбила многих религиозных чувств их, и большинство учеников ушло после этой проповеди. И даже многие проповедники видят в этом нечто апокалипсическое, Иоанна 6:6, да, вот как бы, что перестали ходить ученики даже возле него с Иисусом. Но даже оставшимся сказал, а может вы тоже хотите пойти? Но слава Богу за нашего брата, за Петра, который встал и сказал, что может мы не понимаем многого сейчас своими умами, но человеческими, но мы восхищаемся твоим умом, и мы знаем, что в эти слова есть дух, слова вечной жизни, глаголы вечной жизни, и это сверхъестественно. Так вот, и я скажу коротко, что тогда, в 2003 году, я впервые молился за воскрешение умершего. Который, ну, это был мальчик школьный, который, ну, будем так говорить, на мотоцикле выехал покататься на дорогу, и вот произошло тогда ДТП. И мальчика Бог воскресил, во-первых. Это было чудо. В первый раз в жизни вот молился за воскрешение умершего. Умерший воскрес, во-первых. Во-вторых, он был очень быстро, сверхъестественно был исцелен. То есть в течение 10-15 минут раны неисцелимые, неизлечимые раны, несовместимые с жизнью, как врач говорил, исцелились. Даже врач потом следователю в моем присутствии говорил, это чертовщина какая-то. Потому что это не была как массовая галлюцинация, это все мы видели, вскрытый череп, у него мозги были видны, одним словом. Голова сзади как перестрела руку стреснула, и там мозги были видны. Но за 10-15 минут, пока везли его в Королевец, в ближайшую эту вот больницу, то все срослось бесшовно. Ему даже когда кровь смыли, не нашли ни царапинки, ни чемошеньки. Но оказалось даже еще большая проблема для врачей была, потому что даже его прежний перелом, когда-то у него был перелом, связано было с мотоциклом тоже, с падением там, вот, но уже зажил давно, уже он ходил снова в школу, снова гонял на этих мопедах, мотоциклах, но врач тоже в моем присутствии, следователь сказал, что не бывает бесшовного срастания кости. На снимке должен быть след от старого перелома обязательно. Но это как чертовщина, говорит, потому что говорит, нету следа даже от старого перелома. Не только от новых исчезло все куда-то, но от старого нету. И много чего другого произошло в тот день. Но когда обратно ехал, мы повернули домой в Киев тогда, значит, и когда ехал обратно, я слышал голос. Я слышал громкий голос, я не псих, я не слышу голосов, знаете ли, и никогда в моей жизни такого не было, ни до того, ни после того, уже 15 лет прошло. И, честно говоря, не очень хотелось бы это снова переживать, потому что это очень стресс такой сильный, сильнейший стресс. Это легко читать, это в Библии раньше читал, я не понимал эти вещи, но когда он заговорил, это громко было, своими ушами я слышал. Хотя жена была в моей машине, она ничего не слышала, как потом выяснилось. И Бог меня 3 раза спрашивал, я понимал, что это Бог говорит. Он говорил очень громко. Мне казалось, как будто, знаете, как в машине резко громкую музыку включили. Вот, но это было, я так полагал, слышно далеко за машиной. Это были 3 раза одно и то же. Вопрос, ты это видел? Я не мог ничего ему сказать, абсолютно. Что-то мямлил там, да, Господи, как-то так и все, вообще. Я не мог ничего ему сказать, абсолютно. И 3 раза он это спросил меня. На все мои вопросы он вопросом. Да, это очень на него похоже, действительно, по-еврейски чисто. Но дальше было самое вот откровение. Третий раз спросив то же самое, слово в слово, тот же самый голос сказал следующее, так же громко. Вот так будет и с церковью. И все. Откуда пришел, куда ушел, как бы и не знаю до сегодняшнего дня. Вот еще голоса больше не было. Дальше был вот этот текст из Писания. Но это было не голосом, это были мои мысли. Но до самого Киева еще долго не было ехать, там часа полтора еще. Вот все это время я не мог ни о чем другом думать, абсолютно. Само собой, знаете, вот назойливо, навязчиво одно и то же вспоминалось, но это было из Писания, это очень приятно, когда вспоминается из Писания. Я есмь воскресение, десятки раз одно и то же вспоминалось. Я есмь воскресение.
А потом, я есть воскресение и жизнь. А потом там поворот такой из Кипти, Черниговская трасса, прямая уже на Киев. И этот поворот, он запомнился мне на всю жизнь тоже. Такие есть моменты, когда мы помним некоторые вещи, наверное, на всю жизнь. Я вспоминаю это часто, вот, съезд на трассу, потому что когда уже съезжал на трассу с этого поворота, то, представляете, мысль продолжилась вот таким образом интересным. Не голосом, а моей мыслью. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Но знаете, я же с синодальным переводом знаю, там нет этого «даже если». Но это так приятно было, что подумалось именно таким образом, что даже если и умрет, оживет. Слава Богу. Да, друзья, после этого были другие случаи, тоже и воскресение из мертвых, воскрешение, ну, тоже экспромтом, к этому нельзя готовиться, это просто экспромтом совершается. Вот, и исцеление, и все, но все эти 15 лет живу этим словом, и это слово, как рему, обращаюсь сегодня к вам. Вот, и он есть воскресение и жизнь. Пусть Господь совершит чудо в нашей жизни, в наших судьбах. Аминь. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. И гробы открываются. Знаете ли, люди встают. Израиль в своей истории часто переживал то, что можно назвать воскресением из мертвых. Духовное пробуждение, покаяние, исправление. И сегодня для церкви сила воскресшего Христа. Сила, которая спящих разбудит, мертвых воскресит. И осветит свою церковь Христос. И спящих, и воскресших. Гоголь Николай Васильевич, он писал «Мертвые души», когда он друзьям своим потом в переписке разъяснял как бы суть. Она, кажется, совсем иная. Не как нам в школе говорили, абсолютно. Сам-то автор совсем иных воззрений держался, абсолютно христианских. И он писал своим друзьям, комментируя вот негодование некоторых, я так понимаю, или как бы непонимание некоторых этой книгой, почему именно мертвые души, почему он собрал гротескно самые уродливые, карикатурные такие зарисовки, и там как бы нет ни одного положительного, по сути, героя вообще, почему все мертвые. И он объясняет, что души без Христа, без Евангелия, мертвые души. И знаете ли, уже там как раз в Белой Церкви, в Киеве, значит, написал... Тогда же как раз продолжение, как бы, пусть меня Николай Васильевич простит, значит, вот, значит, живые души назвал. Покаявшийся Чичиков приезжает, значит, там, и покаяние и Собакевича, и Плюшкина, и всех Манилова. Мне труднее всего, как, вот, будем так говорить, связанному вот этими персонажами, далось покаяние Манилова. А потом я перечитывал Гоголя снова, его письма. Оказывается, он считал Манилова самым отвратительным из всех грешников, из всех собрал. Хотя, чисто по-человечески, он самый нормальный как раз. Он такой добродушный, такой хороший, порядочный грешник. Знаете ли, как бы, вообще он лишь фантазер. Но Гоголь видел его как раз самым мерзким типом. Потому что таким людям сложнее всего сделать шаг ко Христу. Сложнее всего сделать шаг к Господу. Но пусть Бог благословит. Благословляю всех вас. Благословляю церковь Сион, дорогую моему сердцу. Ваши дома, родных, ближних, ваше служение, гостей благоставляю во имя Господа Иисуса Александра. Для меня тоже был сюрприз такой, давно не виделись уже, честно говоря. Сегодня много сюрпризов на пасхальных таких. И благоставляю старым добрым еврейским благословением из 4 книги Моисеева, из чисел. Да, значит, в числах 6 глава, в конце 6 главы вот эти стихи, которые сам Бог подарил священникам, чтобы они благословляли сынов Израиля этими словами. И Бог сказал, и я благословлю их. И Он сегодня благословляет нас во имя Господа Христа, Сына Своего Иисуса. Еберхеха Адонай ве ишмареха Яхер Адонай пана элейха Вихунеха Исадонай Панав Элейха Веяселеха Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим.
и помилуй тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа, я Машиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены и которым мы спасаемся. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу.